Равняясь смирно, в столице Чувашии завершился месячник обороны массовой, патриотической и спортивной работы. С оружием рукопашный бой, чеканный шаг. Эти ребята не понаслышке знают, что такое военная подготовка. Но чтобы стать настоящим патриотом, этого недостаточно. Целый месяц в республике проводились мероприятия, посвященные столетию наших вооруженных сил. В уроках мужества, встречах с ветеранами, фестивалях и конкурсах приняли участие более 50 тысяч школьников и 35 тысяч дошколят. Сегодня во всех образовательных организациях города Чебоксары созданы все необходимые условия для интеллектуального, нравственного, физического развития детей, а также для военно-патриотического воспитания. Это значит, что уже с юных лет прививаются такие качества, как любовь к своей родине, истории и традиции. Мы признательны всем, кто не дает возможности, чтобы пропал интерес к месячникам военно-патриотической работы. Традиционно на закрытии подводятся итоги, а значит, награждаются лучшие. Этот год не стал исключением. Самых достойных отметили благодарственными письмами и призами. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Борис Андреев. Республика.